Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня прибыл с официальным визитом в Ригу. Накануне он был в Таллине, завтра приедет в Вильнюс. Я хотел бы поблагодарить не только за любезный прием, но и за день 23 августа, в который вы меня принимаете. Мы знаем, насколько это чувствительная дата. Мы знаем, что 23 августа 1939 года стало низшей точкой в отношениях Германии с балтийскими странами, когда был заключен пакт Молотова-Риббентропа, который освободил руки Гитлера для захвата Польши, а СССР позволил оккупировать балтийские страны. Одной из основных тем сегодняшней встречи стала безопасность в регионе. На встрече с журналистами не обошлось без вопроса о российско-немецком проекте газопровода Nord Stream 2. По словам Штайнмайера, строительством занимаются не страны, а отдельные предприниматели. Не обошел стороной глава Германии тему беженцев, а также нежелание некоторых стран принимать соискателей убежища.